Еще с древних пор особое значение в своей жизни человек придавал водоемам. Некоторые ассоциировались с чистотой и здоровьем, а некоторые обрастали загадочными легендами и будто на протяжении всего своего существования не подпускали к себе. Одним из таких слывет река Десенка, она же Черторуй, что течет параллельно Днепру в Киеве, по сути являясь его протокой. И в то время, когда берега последнего усеиваются парками, пляжами и жилой застройкой, здесь царят покой и тишина. Наш путь вдоль Десенки мы начинаем со стороны Труханова острова. Сегодня в это верится с трудом, но еще каких-то 100 лет назад мы бы оказались в диких болотистых лугах. С другого берега открывались бы земли Черниговской губернии, а в Киев можно было бы добраться только вплавь. Есть тут и сегодня места, где мало что изменилось с тех времен. Именно на их поиски мы и отправимся прямо сейчас. Река берет исток из Десны, омывая часть Киевского левобережья и несколько островов, впадая в районе гидропарка в Венецианский пролив, таким образом соединяясь с Днепром. Длина русла около 13 километров, максимальная глубина 16 метров. Южную часть Десенки также принято называть Довбочкой или Долобецкой протокой. Второе же ее название, Черторой, на старославянский манер означает «глубокую яму». Также такое слово могло говорить о том, что местность находится вдалеке, в захолустье. Это вполне оправдано, так как от Киева Черторой отделяли крупные острова Труханов и Муромец, а от левобережных поселений – затапливаемые озера и плавни. И единственными селами, откуда можно было относительно беспрепятственно добраться до Десенки, были Троещина и Выгуровщина. Возможно, как раз такое необычное географическое расположение и придало месту таинственности. Ссылаясь на древнее поверье, один из киевских краеведов середины 19 века, Николай Сементовский, утверждал, что в Черторое издавна завелись и живут русалки. «Плескают они в быстрых и глубоких волнах Черторыи», – писал историк. Также Сементовский упоминает, что еще в дохристианские времена на левом берегу реки находилось громадное языческое капище. Именно его князь Владимир приказал разрушить первым при крещении Руси. Так и оставались берега реки практически необжитыми. Но несмотря на это, вдоль всего Черторуя и в том числе на месте бывшего капища располагались разные урочища с народными названиями. Со стороны Муромца – Калиновка, Бобровня, Лопуховатая. Со стороны Троещины – Моложи, Ситняки, Вербняки, Записочье. Ниже вдоль Воскресенки – Боярская и Михайловщина. Еще ниже – Горбачиха, она же Кадачок, и Кут. Некоторые из них также не смогла обойти киевская мифология. Урочище Горбачиха, которое смотрит на нас с того берега Десенки, еще в начале прошлого века представляло из себя длинную песчаную возвышенность, как и вся местность, которая тянулась от Выгуровщины до Никольской слободы. Именно эту возвышенность описывают в путеводителе по Киеву Богуславского, например, за 1913 год, и называют «Лысой горой». Это-то и есть настоящая, воспетая народной фантазией Лысая гора, где местная, иногородная и даже чужестранные ведьмы, согласно поверью, собираются, чтобы отпраздновать свои шабаши. Конечно, в путеводителе говорится, что есть и другие лысые горы, например, в районе Печерска, и они точно так же окутаны мрачными легендами. Возле Горбачихи Десенка сливается с Горбачевым рукавом, который направляет часть ее вод в Русановский пролив. Само же урочище долгое время являлось полуостровом, который во время сезонных половодий превращался в остров. От основной суши его отделял залив, который только во второй половине прошлого века вместе с постройкой дамбы превратился в озеро. А песчаная возвышенность, которая упомянута в путеводителе, скорее всего была частью прирусловых валов, то есть укреплений, которые в древности строили местные жители для избежания затоплений. Сегодня Горбачиха, несмотря на некоторые попытки незаконной застройки, признана объектом природно-заповедного фонда и является наибольшим из сохранившихся участков заплавных лесов на Киевском левобережье. Мы же тем временем следуем вверх по течению.
Совершенно неожиданная находка на нашем пути. Мы сейчас находимся на перешейке между островами Труханов и Муромец. С той стороны у нас Десенка. И здесь каким-то образом оказался частный, жилой, по всей видимости, дом. Что самое интересное, дом достаточно старый. Он деревянный и с такими старыми оконными наличниками. Почему-то сразу возникает ассоциация с поселком на Трухановом острове, но, во-первых, поселок был далеко не здесь, а во-вторых, когда построен этот дом, кем и, самое главное, к чему он относится, неизвестно, но он жилой по сей день. Возле перешейка Чертрой и Днепр сходятся максимально близко. В отдельных местах это расстояние занимает меньше 300 метров. Долгое время это место и было главной зоной риска во время паводков. Реки попросту соединялись между собой. А в 18 веке перешеек еще и разрыли умышленно. В 1780 году здесь был создан специальный канал под названием «Пробитец», задачей которого было как бы перекинуть лишние воды из Днепра в Чертрой, чтобы уберечь от наводнений Подол. Местность выше Пробитца, сегодня южная часть Муромца, на картах фигурировала как остров Еловатый. А уже в 1850-м реки снова разделили за прудой, где сейчас и возник перешеек. Со стороны Десенки здесь располагается остров Михайловский. Он получил свое название из-за одноименного урочища Михайловщина, которое находилось рядом, на левом берегу. Другое, более современное его название – Межмостный. Остров довольно старый и прослеживается на картах в похожей форме как минимум с конца 19 века. Тогда он фактически был частью экосистемы острова Муромца, с которым даже был соединен сушей. А на сегодняшний день он остается недоступным для пешехода, также сохраняя при этом богатство леса, основными из которых выступают тополь и верба. А мы двигаемся все выше. А вот мы и на другом, теперь на левом берегу Десенки. Уже совсем недалеко начнутся села Выгуровщина и Троещина. Что бросается в глаза, практически на всем пути берега речки остаются малолюдными и плохо изученными. Как будто бы этот шлейф жутких легенд до сих пор остался в памяти у горожан. В верхней части река значительно расширяется и формирует довольно крупные заливы. Возле одного из них открывается вид на остров Лопуховатый, совершенно молодой и возникший только в конце 20 века. Тем не менее, его название оправдано исторически. На старинных картах местность сегодняшнего острова является частью Муромца, и на ней прослеживается три озера – Лопух, Большой Лопух и Малый Лопух. Кроме того, на территории острова проводились археологические раскопки, в ходе которых обнаружено городище 12-13 веков. Ученые предполагают, что именно на этом месте могла находиться богатырская застава, то есть сторожевой пост на въезде в город. Сегодня остров относится к природному заказнику Муромец-Лопуховатое, который создан в 2002 году и по-прежнему является диким и необузданным местом. Направляемся в сторону сел. Вот мы и добрались до остатков некоторых поселений, которые существовали на берегах Чертроя. На данный момент мы находимся на Выгуровщине. Здесь, как можно видеть, сохранилось старое кладбище, как и в селе Троещина,
до которого мы сейчас дойдем. И тут сразу же начинается уже жилмассив Троещина. Но мы идем дальше. Условия съемок сегодня не самые благоприятные. Куртка уже очевидно мокрая насквозь. Ну, я думаю, что этот кусочек мы тоже захватим. Под кукареканье местных петухов и с видами на вот такие вот сосульки размокающие, мы углубляемся дальше в эти села исторических местностей Выгуровщина, Троещина. Тут тоже сохранились кое-какие достопримечательности. Например, очень интересные вот здешние заборы, такие колонны в форме колонн с ответвлением типа как солнце. И сохранилась кое-какая архитектура. А вот мы и сразу же находим эту архитектуру. Это хата с настоящего деревянного сруба. Приближаемся и видим эту архитектуру старинной Черниговщины. Не факт, конечно, что этот дом построен еще на момент Черниговщины, но вероятно. Сегодня остатки Выгуровщины, большая часть которой была снесена при постройке массива, и соседняя Троещина фактически слились воедино. Но еще не так давно это было два разных поселения, и особенно с Чертароем была связана история Троещины. В 1877 году вследствие катастрофического паводка село было разрушено водой, после чего его полностью перестроили на новом месте, где-то на километр дальше от русла, на более высоком участке. Сейчас большая часть земель, где стояла старая Троещина, находится фактически под водой. Это дно залива Доманя и луг возле него. Упоминается, что первым делом на новое место была перенесена церковь, после чего жители постепенно переселялись и отстраивались заново. На некоторых картах конца 19-го, начала 20 века отчетливо видно новое село, уже полностью отстроенное и практически современных размеров, а рядом, западнее, остатки кварталов старого села, куда ведут только луговые тропы. Но даже несмотря на это, от затоплений Троещина страдала и позже. Например, основательно напомнил о себе Чертарой в 1970 году. Еще выше от села Десенка и берет свое начало, отходя за чертой города от устья Десны и направляясь дальше по уже пройденному нами маршруту. Эта река до сих пор таит в себе богатую историю, уникальную природу и могучую силу. И только живя в гармонии с этими благами, города могут процветать и дарить людям новые возможности.